Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Не на все, поскольку часть одних вопросов дублирует другие. Но я отобрал наиболее часто встречающиеся и интересные. Итак, поехали. Дорохова Маша, Москва, спрашивает, что такое удобная и правильная партнерша для партнера? Как этого добиться? Что больше нравится партнеру, когда она слушается или делает украшения? Ну, поскольку в танцах очень многое, как в жизни, то, думаю, понятие удобная и правильная партнерша неправильное. Кому-то нравится хулиганские выходки, кому-то нравится послушание, на вкус и цвет фломастеры все разные. Другое дело, что действительно со временем вы начинаете танцевать в каком-то своем стиле, и у вас появляются любимые партнеры, с которыми вам удобнее и приятнее всего танцевать. Когда вы танцуете много, вы можете понять, в каком стиле нравится танец вашему партнеру и попытаться под него подстроиться. А по поводу украшений и послушания, здесь одно не противоречит другому. Можно вестись и при этом украшаться одновременно. Еще у нее вопрос, что общего между танцами, йогой и боевыми искусствами? Общее, я думаю, что работа с внутренним через внешнее. Умение расслабляться, умение уступать, увлекать. Работа с дыханием, с энергией. Уважение к партнеру, а йога тоже бывает парной. И получение радости от движения, от физической нагрузки. Гораздо проще работать с физическим телом. Далеко не все выходят на следующий уровень. Восточное единоборство иногда называют боевые искусства. Танцы и йогу тоже можно воспринимать как искусство. Но именно на уровень внутренней работы выходят далеко не все. Поэтому общее, мне кажется, вот все вышеперечисленное. Ошкин Сергей, преподаватель из Москвы, спрашивает, с какими танцами имеет смысл ознакомиться, чтобы уверенно танцевать хастл под любую музыку, из парных и из сольных. С теми, которые интересны самому в данный момент времени. Я занимался бальными из парных, сальсой, аргентинским танго, джазом из сольных, хип-хопом, и могу сказать, помогает все. Все просто зависит от преподавателя, от того, как он дает материал, и от ваших возможностей, от того, как вы сумеете адаптировать это в хастл. В принципе, можно заниматься только хастлом в хорошем клубе, где есть курс элементы разных танцев в хастле, курс по медленному хастлу, уроки по музыкальности, импровизационные курсы. И со временем вы тоже будете танцевать хастл достаточно уверенно в любую музыку. Илья Королёв из Рязани спрашивает, что значит для тебя танец как таковой? В какой роли ты ощущаешь себя в мире танца? Твои краски, эмоции, чувства. Что значит для меня танец? Ну, во-первых, это работа. А во-вторых, это возможность творить. Мне не хватает эмоций, вот этих вот эндорфинов, которые испытываешь, когда участвуешь в каком-то проекте, когда сочиняешь какой-то номер.
Поэтому, собственно, я этим и занимаюсь. По поводу, в какой роли я себя ощущаю, мне кажется, есть три ипостаси танцора. Это танцор-танцор, человек с гениальным телом, который может станцевать практически все, но не всегда может этому научить. Танцор-хореограф, человек с гениальными идеями. И танцор-преподаватель. Это человек, у которого есть своя метода, и который может объяснить сложные вещи просто. Так вот, я себя ощущаю, скорее всего, во второй, третьей ипостаси. Мне это нравится, и мне кажется, что у меня это получается. Твои краски, эмоции и чувства. У меня есть знакомые, которые... Часто говорил такую фразу: музыку надо видеть, партнера слышать. Я воспринимаю танец в сине-голубой цветовой гамме. Почему? Объяснить не смогу. Вот просто так чувствую. А по поводу эмоций, я танцую достаточно много лет, и периодически я бросал танцы после проигрышей на каких-то соревнованиях, после уроков, где меня разбирали по косточкам. Проходило какое-то время и возвращался обратно. Танцы — это наркотик. Это то, что наполняет и опустошает одновременно. То, что окрыляет и дает ощущение невыразимой усталости. Это наша жизнь. И думаю, что так ответит любой профессиональный танцор. Дмитрий Береснев из Кирова, преподаватель, спрашивает: лучше преподавать в паре или одному? Как готовить помощников, чтобы они не уходили из клуба дольше? Давайте по порядку. Сначала на первый вопрос. Как лучше преподавать? Стандартов тут нет. Я думаю, что все зависит от того, как принято в том или ином клубе, и от возможностей и ресурсов. Я думаю, что старшую группу лучше вести в паре, для того, чтобы иметь возможность показать, как выглядит та или иная фигура или связка в танце. Начинающую группу, в принципе, можно вести и одному. Здесь вопрос личного комфорта. Кому как удобнее, потому что и там есть свои плюсы, и есть свои минусы. Когда вы преподаете в паре, есть возможность расслабиться. Один проводит разминку, там, второй – основную часть. Один собирает деньги, другой отвечает на вопросы. Ну и зарплата в таком случае пополам. Когда вы преподаете один, денег больше, но, во-первых, вы должны очень четко знать мужскую и женскую партию, и вы не имеете возможность ни заболеть, ни куда-то уехать, поскольку чаще всего заменить вас некому. Поэтому я думаю, что это каждый выбирает для себя. По поводу, как готовить помощников, чтобы они не уходили из клуба дольше. Я думаю, что помощников лучше не привлекать со стороны, а готовить из своих бывших учеников, чтобы они были тебе чем-то все-таки обязаны. Хотя это не стопроцентная гарантия. Потом все-таки, когда у вас большой клуб, большой рекламный бюджет, большие группы, стабильная зарплата, это очень привлекательный фактор для преподавателей, поскольку большой клуб, кроме вот этого всего, может обеспечить какие-то бонусы, как оплату индивидуальных занятий преподавателям, поездки на фестивали.
Плюс дело может быть не в зарплате, а в каком-то психологическом некомфорте. То есть надо поговорить и выяснить, есть ли какие-то причины некомфортные для работы. То есть психологический комфорт и финансовый – это основа того, чтобы люди оставались в клубе как можно дольше. Но прежде чем сделать кого-то преподавателем или ассистентом, мне кажется, нужно поговорить с человеком, понять, что он за личность, может ли он преподавать, что у него на душе, есть ли у него педагогический талант. То есть, ну, провести с ним такое некое собеседование. Павел Ребров, Чебоксары, преподаватель, спрашивает: часто в хастле партнер танцует, используя партнершу как инструмент. И если он солирует, она не знает, что делать. Как научить партнершу украшаться в танце? Если хорошо играть на музыкальном инструменте, он звучит. Причем иногда музыканта не видно из оркестровой ямы, а музыку слышно. Надо просто научиться играть. Когда музыканты в джазовом ансамбле начинают импровизировать, и кто-то один начинает солировать, остальные не молчат, они подыгрывают и внимательно слушают, когда вступить. Поэтому, когда вы танцуете вместе и партнер начинает солировать, нужно не забывать, что вы все-таки пара. И нужно давать возможность партнерше подыграть. А по поводу, как научиться украшаться, я думаю, должны быть специальные занятия по женскому стилю, где девочки учат вот как раз женские фишки, женские украшения, занимаются женской пластикой, сначала соло, а потом им показывают, как это можно вставить в парный танец. Еще у Павла есть вопрос: как донести до сознания, что в танце важно не количество элементов, если они выполняются не качественно и травмоопасно, а качество? Повышать уровень танцевальной культуры в своем коллективе. И понимать, что это просто следующий этап в развитии, и до него дойдут далеко не все. Алексей Плетнев из Москвы спрашивает, как научиться импровизировать в хастле? Хороший вопрос. Как научиться импровизировать? Можно учить разные фигуры и связки. Можно заниматься развитием собственной пластики. Можно посещать семинары по музыкальности. Это все поможет. И об этом, в общем-то, говорят другие преподаватели. Но чтобы научиться чему-то, надо это делать. Надо пробовать импровизировать. Надо снимать себя, разбирать ошибки и снова пробовать. Надо смотреть видео, как импровизируют другие танцоры и преподаватели в хастле, и не обязательно в хастле. Надо понимать, что они делают, и пытаться это скопировать. Со временем количество накопленной информации перейдет к способности импровизировать. Многие музыканты и художники в период своего становления занимались копизмом. То есть они копировали шедевры и находили со временем какой-то свой неповторимый стиль. Мне кажется, можно то же самое применить и к хастлу. Михаил Хасанов из Москвы спрашивает, как облегчить психологический дискомфорт от посещения первой дискотеки? Как на нее настроиться? Что делать с разочарованием от первых дискотек, от ощущения своей корявости, когда партнеры не приглашают, а партнерши отказывают?
Я думаю взять танцующих знакомых. Если вы мужчина, то даму. Если вы дама, то, соответственно, наоборот. Во-первых, сразу будет с кем танцевать. Во-вторых, вас увидят с танцующим партнером в тусовке, оценят. Может быть, примут. В любом случае, идти на свою первую дискотеку нужно тогда, когда ты внутренне готов, и постараться сделать, ну, хотя бы какой-то минимум для того, чтобы все получилось. Минимум это научиться хорошо танцевать несколько фигур, именно хорошо, то есть мягко, понятно, удобно. И позаботиться о своем внешнем виде. Одежда, парфюм. А как быть с разочарованием? Продолжать учиться. Когда вы учитесь водить машину, вы же тоже не сразу достигаете какого-то уровня. Из чего складывается опыт? Уроки с инструктором, собственная практика, пара небольших аварий. Мне кажется, без этого никак. Так, Метельский Владимир из Иваново спрашивает, что такое основной ход, шаг и для чего он нужен? Имеет ли значение стартующая нога? Ну, давайте по порядку. Основной шаг – это исторически сложившаяся, ритмически определенная последовательность переносов веса, которая облегчает обучение этому танцу, понимание людей, занимающихся этим танцем в разных городах и странах, и, собственно, отличает этот танец от других. Имеет ли значение стартующая нога? Не столько стартующая нога, сколько предварительный перенос веса партнером и освобождение той ноги, с которой он хочет пойти. Хотя для начинающего уровня, если, скажем, взять хастл, когда партнер привык шагать с левой ноги и партнерша с правой, и их именно этому учили несколько месяцев, это будет иметь решающее значение, поскольку они по-другому танцевать просто не могут, не умеют. А для более высокого уровня, я думаю, что нет. Будет иметь значение предварительный перенос веса и освобождение той ноги, с которой вы хотите пойти и повести партнершу для совпадения. Друзья, если у вас есть вопросы и вы бы хотели получить на них ответы в следующих выпусках, пишите, оставляйте их в комментариях.